Я думаю, человечество – это тонкий слой бактерий на шарике из грязи, летящем сквозь пустоту. Я думаю, если бы Бог и был, он бы уже давно от нас отказался. Он дал нам рай, а мы его истощили. Мы добыли все топливо и сожгли его. Мы поглощаем и испражняемся, используем и уничтожаем. А потом сидим на маленькой кучке пепла, выжав все самое ценное из этой планеты, и спрашиваем себя, почему мы здесь. Хочешь знать, какая у тебя цель? Это очевидно. Ты здесь вместе с остальными, чтобы ускорить гибель планеты от энтропии. Послужить хаосу. Всем доброе утро. И я тоже. Доброе, солнечное, прекрасное. А, хотели знать, что я смотрю. Это один из моих любимых сериалов «Мир Дикого Запада». Я смотрю третий сезон. Как не может понять, за что уцепиться в Атланте? Райдер Джексон поехал в Белый дом в Вашингтон и сказал там примерно следующее. Похищенный сын Блиндера. Ты сказал мне, что этот портрет открывает новое слово в искусстве. Да, это тот самый случай, когда за шедевр благодарить стоит не только художника, а и модель. Она действительно открывает новый взгляд на гармонию человеческого лица. Да, они прекрасны. Не, просто прекрасны. Они вдохновили меня на написание всех картин, которые ты здесь видишь. А кто эта девушка? Как ее зовут? Наталья. Редкое везение найти такую красавицу. Такие девушки, как она, встречаются один раз на миллион. Ой, слушай, я не могу не показать вам эту прекрасную прекрасность. Ну вот лучше Ульяны бананы. Вот никто не оформляет подарочки и всякие такие штучки домашние. Улечка, спасибо тебе за мою огромную жопу. Это очень красиво, зайчик. Спасибо тебе. Сама пекла, малышка. Вообще так приятно. Спасибо, солнышко. Сердечки, безешки. Очень красиво. Спасибо. Ну, это невероятно вкусно. Спасибо тебе, родная. Ребят, у нас прошел замечательный праздник. Мы все отожрались на нем. В связи с этим хочу предложить вам завтра в прямом эфире сделать потрясающую тренировку ровно в 2 часа дня с моим тренером, потрясающей Катей Лаптевой, чемпионкой по фитнес-бикини. Так что я приглашаю всех ровно в 2 часа дня завтра избавиться от всего, что мы нажрали. Чесночочек тёрчи, всё туда же. Чучучок ротуличный мамой, хватит жрать говно, жрём полезности. Ча-ча-ча-ча-ча, такого тоже не будет у меня. Ча-ча-ча-ча-ча. Помнили, да, все мою замороженную зелень? Вот она, пожалуйста. Папуле привет. И все туда же. Привет. Та-та-та. А? 3 секунды. И ужин готов. Ох, ребят, вот сижу я сейчас, смотрю на море, прекрасно поужинав в бокале, прекрасное белое венцо, где-то сзади меня шумит море, и думаю, хорошо жить, а хорошо жить еще лучше. Хорошего вечера, ребят. It was fun.
На всякий случай дублирую информацию для тех, кто еще не понял, что завтра в 14.00 мы тренируемся вместе с Наташей, вы тренируетесь вместе с нами. Мы, конечно же, прокачаем наши ягоды, ноги, и я постараюсь сделать тренировку с минимальным количеством. Благодаря Саянара Бою узнала, что я рожденная сиять. Смотрите, какой крутой костюмчик. Вообще нереально. Burn, shine. Ну все, самая модная до весной. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Наташ, ну ты прекрати делать такие вкусные истории. Я тоже, как видишь, начала готовить креветки. Правда, не до 6 часов дня, а 8:30 вечера.